Ремонт улицы Черяева в столице республики завершат к концу октября. Но движение на этом участке планируют открыть уже в конце августа. Как сообщили в управлении дорог города Якутска, работы по асфальтированию начнутся на этой неделе. На традиционном объезде в субботу руководство столицы проверило ремонт дорог, социальных объектов и реализацию проекта формирования комфортной городской среды на территории городского округа. Улица Черяева. В настоящее время проводится капитальный ремонт на участке от улицы Дзержинского до улицы Хабарова. Проводятся водоотводные мероприятия, обустраиваются новые автобусные остановки. Мы здесь пока сняли верхний слой, провели подготовительные работы. После завершения работ компании «Сахатранснефтегазбыт» и уже непосредственно на следующей неделе приступим к асфальтоукладке. Предварительные сроки открытия данного объекта 1 сентября 2017 года.